честь Дня Республики областным управлением по вопросам молодежной политики был проведен областной конкурс молодых эстрадных певцов «Винды Баттл». Целью конкурса является повышение исполнительского мастерства, поддержка талантливых молодых исполнителей. Отметим, что в отборочном этапе конкурса выступили 50 участников, из них 13 получили путевки во второй этап областного конкурса молодых эстрадных певцов «VND Battle». Затем в полуфинал вышли 8 участников, из них 5 прошли в финал. Торжественное мероприятие с поздравительной речью открыл руководитель управления по вопросам молодежной политики Жомарт Зулпыхар, который выразил всем присутствующим теплые пожелания и пожелал удачи. Мы проводим этот конкурс в целях развития творчества молодежи нашего региона. Ну и, конечно же, у данного конкурса есть призовой фонд. Победитель получит 200 тысяч тенге, обладатель второго места – 150 тысяч, а за третье – 100 тысяч тенге. Кроме того, есть номинация «Приз зрительских симпатий». Сначала, естественно, мы прошли отбор для участия в данном песенном баттле, а затем прошли в полуфинал, и теперь вот, мы стоим буквально в финале. Мы хотим, чтобы мероприятия, поддерживающие такую молодежь, проходили все чаще, ведь благодаря им прославляется талантливая молодежь и не только в регионе или в стране, а во всем мире. Кроме того, посмотреть областной конкурс пришли около 80 зрителей. Они выражали особую поддержку каждому участнику своими бурными аплодисментами. Молодые певцы, признанные лучшими по итогам конкурса, получили награды. Данас Амат, Алимжан Ахпаев, 77 News.